У меня уже собраны вещи, точнее, сегодня это сумочка. Вот. Сколько мы на одним днем буквально. Сегодня же и приедем. Все, сейчас ждем маму и выезжаем. Вот, у меня обычные галушки с курицей. У Арины просто пюрешка с котлетой по-киевски. У нее кока-кола, у меня узвар. Вот так вот. Вот, мы уже в Полтаве. Проходим вот мимо памятника Халушкам. Мы когда-то уже были здесь, где-то в классе в четвертом на экскурсии с классом. Вот. И сейчас идем на белую беседку, по-моему, это так правильно называется. Ну, вид здесь уже начинается нереальный. Сейчас я вам покажу. А сейчас сзади меня находится белая беседка. Сейчас схожу, короче, ностальгирую просто. Вид здесь открывается красивый очень. Мне очень нравится. Боже, ну ветер, конечно, сегодня сумасшедший. Все, мы зашли в местный торговый центр ТРЦ Киев. Зайти во все вайкики, которые у нас еще закрыты в Харькове, чтобы прикупить себе что-нибудь теплых вещей. One hour later. Закончился наш шопинг. Мы пошли дальше гулять в Полтаве. Либо из таких самых адекватных магазинов есть только LC Вайкики. Я еле-еле с трудом отобрала себе такие 4 кофточки, и в итоге из них выбрала одну. В своем телеграм-канале я показала 4 фотографии. Вы могли угадать, какая из них мне понравилась, какую я взяла все-таки. Вот так вот. Ну а мы дальше идем гулять. Итак, мы пришли в Киевси, взяли картошку фри, чизбургер и бакенбэй. То есть есть стрипсы, что еще, крылышки и ножки. Всем приятного аппетита, кто сейчас есть. Мы уже вернулись.
вернулись в Харьков, и наш день подошел к концу. Сегодня был очень позитивный и веселый влог, поэтому, если он вам понравился, обязательно поставьте этому видео лайк. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, и всем пока-пока!